Это фашизм уничтожал тех, кто победил фашизм. Это была энергия реваншистов, которые гвоздили по уже мертвым, убитым, для того, чтобы загнать обратно победу 45-го года. И это гигантская сила. На Украине будет фашизм. Хотят этого Порошенко или нет? Более того, Украина, которая войдет в Европу, она войдет в Европу. Она породит цепную реакцию фашизации Европы. Европа беременна фашистскими государствами. Может быть, конспирология в том, чтобы ввести эту огненную фашистскую украинскую плазму в еще пока что рыхлую Европу. Будет Германия. Значит,